существует целая система йоги, которая называется Бхута-Шудхи, что означает «очищение элементов». То, что вы называете своим телом, это всего лишь проявление пяти элементов — земля, вода, огонь, воздух и пространство. Если вы знаете, как правильно организовать эти пять элементов, если вы знаете, как сохранить эти пять элементов внутри себя, то не будет ничего, кроме жизни, в терминах здоровья, благополучия, восприятия, знания, всего просветления. Все подчинится вам, если только вы знаете, как правильно сохранить эти пять элементов. Самая фундаментальная практика в йогической системе, которая является основой для всего остального, что мы делаем, называется Бхута-Шудхи. Бхута-Шудхи означает, вы знаете, Бхута означает Панча-Бхут, или пять элементов. Шудхи означает их очищение. Если вы научитесь очищать пять элементов этой системы, то большего вам не нужно. Все остальные йогические практики являются выдержкой из пяти, из системы йоги Панча-Бхута. Если вы достигаете определенного уровня очистки для элементов, тогда вы достигаете того, что называется бхута-сиддхи. Это означает, что вы владеете элементами. Если вы владеете этими элементами, вы владеете не только своим телом, не только разумом, но и самим творением. Ваше тело на 72% состоит из воды. Если эти 72% в вашем теле станут сладкими, это было бы... И вы бы были замечательным человеком, не так ли? Да? Еще 12 — это земля. Если вы сделаете ее сладкой, 84% — это не маленькое значение, не так ли? Еще 6% — это воздух. Это легко, потому что мы можем контролировать воздух и создавать различные ситуации. Йогические практики призваны заставить воздух вас вести себя разумно. 90%. Еще 4% — это огонь. Вы можете оставить огонь как есть, потому что, в конце концов, вы живете в обществе. Вам надо немного зажигать других, не так ли? Если вы женаты, то нужно. Иногда вам нужно немного огня, не так ли? Еще 6% — это акаш, или пространство. На сегодняшний день феноменальное количество исследований направлено на изучение акаш. Говорят о так называемом интеллекте акаш. Вы можете сидеть здесь просто потому, что энергия акаши, пространство, удерживает вас на месте. Так что самый высокий разум в творении называется пространством. Это то, что вы не можете себе представить. Оно управляет творением просто так. Поэтому вы можете найти его как в себе, так и вне себя. Итак, зная об этом, о пяти элементах, мы создали систему, с помощью которой вы можете взять на себя ответственность за пять элементов внутри вас. Если эти пять элементов находятся под вашим контролем, тогда весь жизненный процесс будет находиться под вашим контролем. Сам процесс рождения, жизни и смерти будет находиться на 100% под вашим контролем, если вы возьмете эти пять элементов в свои руки. Такой простой процесс, как этот, может изменить основу вашей жизни, если вы посвятите себя полностью этому. Друзья, если вы хотите выразить благодарность и поддержать канал, то вы можете оформить подписку на Патреоне. Ссылка будет в описании. Спасибо. До скорого.